лаконичным. Значит, от себя лично, от лица компании «Балансмаш», которую я здесь представляю, я хочу поприветствовать всех присутствующих, сказать отдельные теплые слова в адрес организаторов данного мероприятия. Традиционно они проводят такие встречи. Тот интерес, те инновации, которые ребята привносят, показывают то, что они занимаются благим делом, которое идет на пользу, я думаю, предприятиям всей нашей страны. Так что большое вам спасибо. Давайте приступим к докладу. Значит, несмотря на то, что как бы те вопросы, которые здесь обсуждались, это система ТАИР, внедрение различных подходов, вот диагностика, она где-то как-то немножко сбоку всегда была оторвана. Особенно я слышал на предыдущих конференциях, это как бы вот два отдельно стоящих понятия. То есть диагностика сама по себе, техническое обслуживание, аудит, производство сам по себе. Вот наш опыт показывает, что потихонечку такие тенденции происходят в современном мире, что вот эти понятия, они должны сращиваться для того, чтобы достигать действительно хороших экономических показателей, снижать простое оборудование. То есть диагностика – это один из эффективных инструментов, который должен существовать и процветать в рамках системы ТАИР. Предыдущие докладчики много говорили о том, что есть вот эти паучки, да, есть различные оценки эффективности того или иного производства. Мы также на протяжении многих лет сталкивались с результатами промышленного аудита различных промышленных производств. Может быть, без графона лучше? Да? Люди там заложники сидят. Значит, работали мы со многими заводами, в частности, с металлургическими заводами, смотрели результаты внутренних аудитов технических, внешних, приглашали американцев, европейцев. Вот. Неизбежно, значит, говорили, что для того, чтобы ваше производство работало лучше, необходимо повышать надежность работы оборудования, необходимо повышать индекс ОИИ, необходимо снижать склад запасных частей, оптимизировать этот склад. Вот. На наш взгляд, техническая диагностика – это один из эффективных инструментов как раз на этом пути. Вот давайте посмотрим. Значит, задачи, которые озвучивают современная достоверная оценка состояния оборудования – это выявление причин, защита особо ответственного оборудования, сокращение затрат на технический обслуживание и ремонт. И вот здесь диагностика является мощнейшим инструментом как раз для успешного решения всех этих проблем. Значит, я буду тогда некоторые слайды пролистывать, здесь приведен экономический эффект. Просто я хочу сказать, что направление технической диагностики на различных предприятиях, оно развивается достаточно давно, и за годы внедрения, развития данного направления был накоплен значительный экономический опыт, положительный опыт экономический, от внедрения тех или иных методов диагностики. Значит, ну, в частности, нефтеперерабатывающий завод, атомная станция, металлургический комбинат, химическое производство. Есть другой полюс, это различные печальные факты, техногенные катастрофы в тех случаях, где в том числе технической диагностике не было уделено достаточное количество внимания. Значит, цифры, которые здесь приведены в докладе, они исчисляются, это там, сотни тысяч долларов, миллионы долларов. Вот, у вас как бы в начале становления направления технической диагностики, у них цифры несколько скромнее, потом у людей появляется опыт, они появляются уже десятками миллионов, сотнями миллионов оперируют. Вот. То же самое «Северсталь», о которой мы сегодня много говорили. Значит, еще лет 15 назад у них были потрясающие цифры. Они просчитывали экономический эффект от работы службы диагностики численностью порядка 45 человек. И несмотря на как бы, затраты фонда заработной платы, затраты на приобретение диагностической аппаратуры, тем не менее эффект был потрясающий. Значит, вот для того, чтобы этих цифр достигать таких ярких экономических показателей, как показала наша практика, недостаточно точного применения тех или иных методов и средств технического диагностирования. То есть недостаточно купить один переносной прибор, или недостаточно оснастить цеха виброметрами, или недостаточно купить балансировочный станок. Необходимо все эти мероприятия решать в комплексе. Вот именно комплексный такой подход, комплексный мониторинг технического состояния оборудования производства, он действительно позволяет получать выдающиеся экономические показатели. Значит, на наш взгляд, этот комплексный мониторинг состоит из трех основных таких вещей. Значит, первая вещь – это анализ состояния всего парка технологического оборудования. В процессе его эксплуатации. Вот. Причем здесь это достаточно такое широкое понятие. Это оценка текущего состояния, технического состояния всего парка основного вспомогательного оборудования. Вот. Диагностика, прогноз остаточного ресурса, использование не только какого-то одного метода технической диагностики, а целого арсенала методов. Вот. И внедрение так называемого распределенного мониторинга.
Значит, второй момент – это контроль агрегатов на всех этапах жизненного цикла. Контроль любого оборудования на всех этапах его жизненного цикла. Начиная от монтажа, собственно, в процессе эксплуатации, перед ремонтом, в процессе ремонта, после ремонта и так далее. И третий важный момент – это внедрение стратегии оптимального технического обслуживания. Вот я присутствовал на прошлой конференции «Простоев нет», выходил на страницу и рассказывал о том, насколько вообще мы отстали от жизни, что на Западе уже много десятилетий говорят о проактивном техническом обслуживании, что это панацея всех бед. Вот. Наш подход как бы несколько отличается. Мы не видим, что проактивное техническое обслуживание или обслуживание по состоянию вот, единственное такое панацея от всего. Мы считаем, что обслуживание должно быть оптимальным. То есть оборудование разное, соответственно, подходы к его техническому обслуживанию и ремонту должны быть разные. Где-то уместно использовать реактивное обслуживание, где-то плановое обслуживание, где-то обслуживание по состоянию, оно показывает наибольший экономический эффект. То есть за внедрением такого обслуживания должны стоять экономические показатели прежде всего. Значит, несколько поясняющих слайдов. Значит, анализ всего парка оборудования. Значит, любое промышленное предприятие, огромное количество самого разнопланового оборудования. Понятно, что не существует универсальных каких-то решений, вот, которые бы позволяли одинаково хорошо диагностировать весь парк этого технологического оборудования. Соответственно, оборудование отличается по время работы, по скорости развития дефектов, по стоимости. Соответственно, различные оборудования, различные подходы. Я на многих конференциях достаточно часто это привожу, я слайд, я не буду сейчас его подробно объяснять. Вот, если потом вопрос возникнет, можем ответить. Значит, следующий момент. Это контроль оборудования на всех этапах жизненного цикла. Значит, монтаж. Здесь роль технической диагностики – это проверка качества изготовления продукции, проверка качества монтажных работ. Какие здесь технические решения? Это различные переносные приборы для измерения, в том числе вибрации. Это стендовые системы входного контроля. Это система центровки при наладке оборудования. Значит, процесс эксплуатации. Контроль текущего состояния оборудования, оценка остаточного ресурса. В зависимости от того, что это за оборудование, либо если дефект развивается очень быстро, необходимо контролировать его в режиме реального времени. Оборудование дефект развивается медленно, мы контролируем, соответственно, раз в несколько недель, раз в несколько месяцев. В зависимости от того, что это за оборудование, применяются те или иные технические решения. В частности, переносные приборы для измерения вибрации, всевозможные стендовые комплексы для углубленной диагностики, стационарные системы. И ремонт, это предремонт испытания, это балансировка, центровка, входной контроль. В качестве технических решений здесь используются переносные приборы, стендовый комплекс, балансировочные станки, системы центровки, выверки. Значит, и пирамида так называемого оптимального технического обслуживания. Это, опять же, американская статистика. Это анализ типового такого обобщенного предприятия, где показано в процентном соотношении, как распределено оборудование между различными подходами. Значит, от 5 до 15% оборудования нуждается в непрерывном контроле. 80-90% оборудования нуждаются либо в постоянном контроле, либо в периодическом контроле с использованием переносных портативных приборов. 5-10% оборудования не имеет смысла контролировать вообще. Это нецелесообразно с экономической точки зрения. К вопросу о том, что переходить повально на обслуживание по состоянию. Значит, вот такие вводные вещи я вам рассказал. И сейчас я хочу несколько слов сказать о нашей компании. Значит, компания была образована в 2015 году. Группа инженеров, технических руководителей выделилась из состава ООО «Диамик 2000», организовала собственную компанию, завод балансировочных машин. Сейчас в штате компании порядка 50 человек. Значит, мы предлагаем на сегодняшний день очень широкий спектр различных технических решений. Это и переносные приборы, простейшие виброметры, различные виброанализаторы. Почему такое многообразие? Потому что вот я уже говорю о том, что есть различное количество разнотипного оборудования на предприятии. Соответственно, разное оборудование, разные задачи необходимо решать. Для этого могут использоваться наиболее эффективные те или иные технические средства. Вот поэтому мы стараемся предлагать максимально такой широкий спектр технических средств. Ну, по примеру вибронизаторов я поясню. Значит, вибронизатор БРИК, да? Это простой вибронизатор, который предназначен для измерения вибрации, вспомогательного оборудования для его поверхностной диагностики и для проведения виброналадки путем его балансировки. Более сложный виброанализатор, который предназначен для диагностики ну, практически всего парка технологического оборудования, это виброанализатор Корвет. У него улучшенный частотный диапазон, динамический диапазон, другие характеристики, которые позволяют ему закрывать вот этот класс задач, связанный с углубленной диагностикой всего парка оборудования. И виброанализатор как бы французский Falcon, который мы предлагаем также нашим пользователям.
Это действительно такое высокотехнологичное решение. Просто есть любители всевозможных гаджетов. Вот это идеальный прибор для таких людей. Его технические характеристики еще лучше, он закрывает вообще полностью весь парк задач, в том числе с использованием беспроводных технологий. Также мы предлагаем тепловизоры, переносные многоканальные измерительные системы для углубленного диагностирования тех или иных агрегатов в процессе проведения каких-то специальных исследований или в рамках периодического мониторинга. Для оборудования дефекты, которые развиваются достаточно быстро, переносные приборы применять нецелесообразно, потому что оператор элементарно не успевает с необходимой периодичностью контролировать техническое состояние объекта. В этих случаях используются стационарные системы контроля вибрации. Опять же, в зависимости от типа оборудования могут быть использованы различные типы стационарных систем. В частности, если оборудование дефекта развивается достаточно медленно, из такого наиболее яркого оборудования, это какие-то прокатные станы, это ответственное тяготутевое оборудование, тихоходное, это какие-то, я не знаю, печи спекания, глинозема у цементников есть и в цветной коробке. И вот там имеет смысл последовательно обходить все контролируемые точки с периодичностью раз в несколько там, минут или раз в несколько часов. Если мы говорим об опасных промышленных производствах, там нужна защита в режиме реального времени. Если мы говорим о мощных паровых турбинах, газовых турбинах, гидроагрегатах, там необходима система защиты в режиме реального времени, причем требования к стационарной системе еще высокие. И по дублированию, по надежности, по резервированию и так далее. Балансировочные станки. Без балансировочного станка не обходится ни один ремонт. Мы на сегодняшний день предлагаем широкую линейку балансировочных станков грузоподъемностью от 10 грамм и до многих тонн. Есть у нас различные балансировочные станки, мы изготавливаем технологическую оснастку и так далее. Свое производство балансировочных станков мы делаем в Люберцах, у нас там свой цех, мы арендуем, можете приехать посмотреть. Значит, стенды входного контроля подшипников, стенды входного контроля электродвигателей и так далее. Система тепловизионной, система центровки, выверки, геометрии. Мы также занимаемся обучением специалистов, потому что мы понимаем, что такая наукоемкая вещь, как техническая диагностика, она невозможна без подготовки высококвалифицированных кадров. Поэтому мы в конце года открываем учебный центр, который предполагает подготовку специалистов по первому, второму уровню вибрационной диагностики, балансировки на станках. А также мы практикуем достаточно серьезные такие выездные мероприятия, это региональные семинары, конференции и так далее. Значит, в начале своего выступления я говорил, вот это составляющие комплексного мониторинга, это анализ состояния всего парка технологического оборудования, это контроль агрегатов на всех этапах жизненного цикла и внедрение стратегии оптимального технического обслуживания. Вот наша компания на практике обеспечивает реализацию всех данных подходов. Значит, еще несколько слов я бы хотел сказать в продолжение предыдущего доклада. У вас предприятие, с которым мы на протяжении нескольких лет сотрудничали в области эволюционной диагностики. Я и мой коллега помогали настраивать экспертные системы диагностики, оборудование, в том числе прессов. Вот, очень сейчас я с радостью послушал господина Рыбакова. Так вот, в его докладе прозвучало, что одной вибрационной диагностики нам недостаточно. Мы активно внедряем сейчас тепловизионный контроль, я цитирую. Может быть, со временем ребята начнут использоваться, практиковать другие методы технической диагностики. Плюс я, к сожалению, не услышал, наверняка коллеги занимаются такими вещами, как балансировка собственных подшипников, центровка. То есть задача, которую решает предыдущий докладчик, это обеспечение надежности и эффективности эксплуатации своего оборудования и сокращение затрат на его техническое обслуживание и ремонт. Для того, чтобы успешно решать эту задачу, он использует различные, я использую на сегодняшний день 4 базы данных независимо. Та же самая ситуация есть на других предприятиях. Есть у металлургов, есть у бумажников, у угольщиков и так далее. То есть это общая проблема. Есть какие-то разрозненные программы оболочки, есть ремонтная информация, которая живет сама по себе, есть информация диагностическая, которая живет сама по себе. Если, не дай бог, есть разные платформы, разные приборы, разных производителей на предприятии, тоже независимые программы. То есть в век информационных технологий мы вынуждены в таком пространстве существовать. Да? То есть у нас куча каких-то маленьких локальных программ. На сегодняшний день мы предлагаем единую интеллектуальную платформу, это программа обучения SafePlan, которая позволяет решать данные противоречия, которые накапливаются. То есть мы позиционируем эту платформу SafePlan как некое единое универсальное такое программное обеспечение,
в котором бы хранились результаты и периодического мониторинга, и расширенных испытаний, и постоянного мониторинга, и стендового контроля. Вот, с одной стороны, да? А с другой стороны, чтобы эта система жила в рамках вот так называемого распределенного мониторинга. То есть это был единый такой центр хранения диагностической информации для переносных приборов, для многоканальных систем, для стендовых систем, для стационарных систем. Вот. Но нам показалось этого мало, мы пошли несколько дальше. Значит, мы видим вот эту платформу как важное связующее звено между ЯМ и ERP-системами, между системами SCADA-системами, системами управления основными фондами, которые живут на предприятии. Да? Они апеллируют такими понятиями, как там список запасных частей, как финансовая отчетность и так далее. Так вот, наиболее важную информацию как раз для этих систем, она несет диагностическую информацию, состояние, информация о состоянии, текущем состоянии вашего конкретного оборудования. И вот эти задачи мы пытаемся в рамках такой единой платформы решать. То есть пользователями этой платформы не только являются традиционные службы диагностики, но и службы цехов, которые также участвуют в ремонтном процессе, они участвуют в процессе поддержания оборудования в работоспособном состоянии, используют различные виброметры, тестеры для оценки полевой текущей оценки технического состояния. Эти, они же занимаются иногда балансировкой. Вот эти данные также необходимо направлять в единую платформу. Значит, ремонтные службы проводят какие-то ремонтные воздействия. Диагносты об этом должны знать. К сожалению, на многих предприятиях диагносты и ремонтники – это как бы два параллельных мира. Значит, с одной стороны, задача диагноста – это что-то найти дефект, а задача ремонтника – это не показать виду, да, что он внес дефект в процессе ремонта. Вот, вот эти противоречия очень сложно решаются, вот, но с внедрением такой платформы мы считаем, что такие противоречия должны более просто разрешаться. Плюс к этой же системе мы видим подключение департамента планирования, сроков объемов ремонтных работ, отдел закупки, технологи, как важные поставщики и информации для диагностов. И наоборот, с точки зрения диагностической информации можно понять и выявить наклонение от технологического процесса. Сюда же мы сливаем все данные из диагностирования, то есть программа универсальная. Вот, сюда же мы можем экспортировать данные балансировочных станков, систем центровки, теплоизоляционный контроль и так далее. Значит, важный как бы краеугольный камень этой системы – это возможность интегрирования. Возможность интегрирования как с системами СУТП, то есть нет смысла обвешивать агрегат повторно датчиками, которые на нем уже стоят. Проще эти датчики брать, информацию с датчиков получать из СУТП. Вот. И важным таким вот как бы нервной системой любого современного предприятия является ЯМ-ЕРП и SCADA-система. Вот важно организовать это взаимодействие. Значит, в нашем программном продукте отлажено несколько вариантов такого взаимодействия. Реализована распределенная сетевая архитектура с пользователем на удаленных рабочих местах и так далее. Значит, вот такой программный продукт мы предлагаем. То есть я говорю о переносных приборах, стационарных системах, стендовых комплексах, системах балансировки, центровки. Вот это некая единая платформа, которая обеспечивает единое диагностическое, как минимум единое диагностическое пространство на всем предприятии. Вот. Имея как бы многолетний опыт работы в различных отраслях промышленности, вот, наши специалисты разработали для каждой отрасли промышленности свои отраслевые подходы. У нас есть четко сформировавшееся видение, что нужно в той или иной отрасли. Вот, в частности, в энергетике, в металлургии, на транспорте и так далее. И мы предлагаем не просто какие-то точные решения, а мы предлагаем законченные такие технические solution, которые действительно обеспечивают высокую надежность эксплуатации, ремонта роторного оборудования. И мощный инструментарий для снижения затрат на его техническое обслуживание. Я постарался быть максимально кратким. Звон посуды идет. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое.